Друзья мои, экология и животные давно кричат нам: «СОС, остановитесь, займитесь нами, займитесь природой и займитесь зверюшками, спасайте этот мир». Я хочу сказать, что многих из них, половину из них, я нашла как раз через интернет. Благодаря интернету они теперь живут со мной, и я счастлива, и они счастливы. Каждую секунду с лица планеты исчезает лес размером с 1-2 футбольных поля. Если где-то исчезают на планете деревья, значит, надо сажать у себя, прям выйти во двор и посадить у себя во дворе дерево. Мы сажаем именные деревья, используем методику краудфандинга. Каждый человек может заказать дерево и посадить его с нашей помощью, находясь в любой точке мира. Он может зайти на сайт, оплатить, и дерево будет посажено. Например, если он выберет дерево на Алтае, то там есть наш представитель, там есть местные питомники, где деревья выращиваются. Дерево будет посажено, будет сделан фотоотчет и зафиксированы GPS-координаты места. И, может быть, когда-нибудь в какой-нибудь туристической поездке человек там через десятилетие сможет навестить и увидеть свое взрослое дерево. Как я попал в проект? Один из жителей нашего поселка, Александр Зонов, давно уже был знаком с Сергеем Скоробогатовым, и он предложил ему высадить 58 сосен у нас на территории, на что Сергей согласился. Вот мы с ним списались, и он объяснил, как что нужно сделать, и в течение 2 недель мы высадили 58 сосен, которые уже прижились. С 2017 года наша команда высадила уже более 3000 деревьев, а в нынешнем году через сайт проекта «Подари дерево» поступил заказ на высадку 336 крымских сосен. Это был подарок на день рождения. Вот так мы делаем нашу планету зеленее, а вместе мы можем многое. Каждое наше действие, чтобы мы не посадили, мы делаем фото-видео и выкладываем в социальные сети. И потихонечку люди начинают заинтересовываться. Сейчас статистика такая, что мы сажаем каждый день 3 новых дерева. Но это не вот прям сажаем, а имеется в виду, что люди заходят на сайт и оплачивают. А сажаем мы в определенные периоды – весна, осень. И поэтому восстанавливать леса – это сейчас самое важное, что только может сделать человек. Смогли бы мы посадить 1000 деревьев по всей России и объединить сотни людей без интернета?